Добрый день, ребята. Это десятиходовки. Мы сегодня в усиленном составе. Нас сегодня Никиту Петрова заменил Герман Гавриш. Это сильный шахматист уровня Магнуса Карлсона. Но, дорогие друзья, Герман ходит. Да, сегодня я буду играть, видимо, вторым или третьим. Ну, на какую тему будем разговаривать? Олимпиада. Олимпиада? Актуально. Смотрел, Герман? Ну, я, да, смотрел. Всем привет. Как ты открытие? Великолепно. Я не смотрел лично. Ой, что-то он не то делает. По-моему, уже здесь выиграны у белых. Да не, это теория жесткая, ребят. Теория, да? Мы записывали такие 10 ходовки с Никитой. Так, тут надо. Также можно побить на F7, не знаю, как D6. Ну да, мы не советуемся, но. Да. Плотника сыграть надо. Плотника, ну ладно. Так. Петь. Да. Как ты думаешь, кто выиграет Олимпиаду? Общий командный зачет. Не знаю. Интересно узнать фавориты. Я не разбираюсь. Ну, у России хорошие шансы, думаю, потому что хозяйка. Хозяйка? Да. Ой, да нет, это я. Меня тут дома. Дома что-то случилось, да? Да, что-то такое я. Ой. Ну, в общем-то. Да. Это случилось. Кстати, кто-то просил записи о том, как мы проигрываем. Да, бывают такие, знаете, люди что-то делают, а ты не можешь понять мотивацию их. Вот мне что-то похоже. А, нет, там же на C8. Магнус Карлсон зевнул сонно на C8. Я вообще не понимаю, что происходит. Как тут ход назад взять? Ты шо? Вот это я прочитал. Надо быстренько что-нибудь ходить. Рубить ему флаг. План такой, ребята. Без у меня фигуры. Еще один ход. Я надеюсь, я что-то успею сделать еще хорошее. Надо. Так, ну тут выигрывает, очевидно. Надо как-то развивать вот это все дело. Это жестко. Ладно, давай, Кирилл. Давай ты можешь петь. Давай ты. Я? Ты уверен? Да. Ну ладно. Так, ну, будем пешку давать. Нет, мы будем играть. Мы будем играть Гамбит Мора. Вот, я так бы пошел. Тоже так пошел бы. Кирилл прогрессирует, да. Ну, пускай... Да, он сам побьет, и мы коня выведем. Да. И все отлично. Ну такого не будет. А шах на D6 пока бережем. Конечно, это наша главная тайна. Помнишь, Петь, как мы с тобой как-то играли в 10 ходовках, и у нас была пешка на D6. Да, мы... ага. У нас был план. Конь куда-то отскакивает и на D6, так, да. Быстренько ходи, рубим флаг. Так, давай вырубим. Вырубили, да. У меня сердце ёкнуло, я боялся, что на H4 отойдёшь. Коня. Ну, позиция нормальная, мы без фигуры. Но у нас лишняя пешка. И ещё на D4 что-то стоит. Да. Шевелится, не знаю. Так, ну я планирую вырубить на D4. Ну ты флаг не уронил, у тебя ещё. Если на D4 вырублю, сейчас если хорошо бы, что если он конем, конечно, возьмет. А? Ой, сейчас на B2 будет висеть. Ой, о. Что? Что сейчас висит на B2, скажи мне? Я хотел создать атмосферу такую угнетающую, не получилось. Зачем нам угнетающая атмосфера? Да, что это было? Добавить драматизма немножко в партию. Итак, Кирилл взялся за коня. Да. На B2 мы все-таки... На B2 мы все-таки отдадим. Ждем, когда он на E7 отойдет.
Да, ты прав. Это наш план. Наш план, чтобы ферзь отошел на e7. Так, ну пока посмотрим информацию о сопернике. Кстати, он, видимо, очень слабый шахматист. Максимальный рейтинг 1675. Да у него ничьих больше, так, чем я партий так в жизни сыграл. Скинули качество. Да, он любит играть в ничью. Угу. Ну, то есть такой как... Ух ты, вот теперь он слушает, вот теперь симпатично, мне кажется, на d6 шах. Не знаю, что симпатично. Хотя нет, да мы не советуемся, и шах нормальный. Да, мы не советуемся. В общем, у нас ситуация на доске поменялась, и у нас ладья за две легкие фигуры. И интересная пешка на c7. Да, но... Да, я сейчас надеюсь, то, что возьмут сейчас на b2. Если возьмут на b2, будет все очень хорошо. Я отмечу, что это пешка e, она пришла на c7. И, кажется, мы начинаем выполнять план Магнуса Карлсона. Мы начинаем рубить флаг. Так, это странная перспектива. Немножко. Да, два хода остается у Кирилла. Да, начнем мы с того, что, может быть, подкатим пушку. Да, и... да, подкатывай. На Е или на Д, думаю. Наверное, на Д, Д, Д. Так, и в бой вступит скоро Петр Андреев. Да, я надеюсь на себя. Больше надеяться не на кого. Хотели бы зрители наши увидеть, где мы проигрываем партии. Вот, собственно, видимо, одна из. Мы близки к этому очень сильно. Все для вас. Я, по-моему, не испортил позицию. Не, ну да, но у нас сейчас будет висеть очень много всего. Потому что фигуры черных сильны. Да. А что делать? Ну, твой последний ход давай. Изобразить что-то великое. Давай, Кирилл. Вся Россия смотрит на тебя. Вся Россия. И один украинец. Итак, отлично. Хороший ход. Мы планируем поставить казанца 8. Да. Мы выиграли ладью. Он напал на мат. Ну. G2. Мы защитимся. Да, G3 или слон D5. Мы не советуемся, у нас слон D5, он отхочет конем. А, слон d5. Не вижу я, как он сразу меня здесь выиграет, поэтому я хожу слон d5. Но вообще у нас опасно, на f2, конь. Он может очень серьезно атаковать. Но мы срубим флаг. Но мы можем ставить ферзя. Так, ставим ферзя, не ставим? Зачем? Ладно, пока нет. Ну, можно было, если бы он... Да, надо было ферзя ставить. Ну, ничего, сейчас я грожу съесть слона. И мало времени очень. Так. Так. Петр Андреев думает, ставить ли ему. После размена стало хорошо как-то. Да, после размена вообще, мне кажется, даже сейчас выиграно у белых. Ну, не знаю. Надо бы ходить c8, было бы хорошо. Я не пошел, я сосал. А, кстати, Дмитрий Анисимов за нами наблюдает. Передаем ему большой привет. Сэнд Джимми, вы можете видеть его. Да. Интересно, Дмитрий подозревает, что мы играем. Ух. Ну это надо брать. Надо бить. Как говорит Никит Петров, если не видишь, что соперник планирует, нужно бить. Да, да. Так. Ну это что-то. Так. Это любит флаг. Нет, да. Ладно. Сейчас будут фокусы, тактические фокусы. Ну я хочу побить ферзя конем. Так, но не получается. Ты будешь бить или нет? Ферзь. Ферзь, быстрее. Так у меня бесит все очень. Я сейчас поставлю мат, дорогие друзья. В два хода. Победа. Сейчас вот ладью подгоняю. Вот. Блин. Подкачу. Давай. Могу я дошпилить, если ты хочешь. Ну да, ферзь 8 мат, я дошпилю. Победа. Победа, ребята. Победа. Да, это был выпуск 10 ходовок. С вами был Петя Андреев, Магнус Карлсон и Кирилл Шелоков. Всем пока. До новых встреч. Ура!